Даже не знаю, как правильно спросить. Вы ощущали себя в качестве мяса или там металлолома? Нас сюда отправили в качестве мяса, как с этих баранов на убой. Я не знаю. Вот, наверное, так же сейчас ощущают себя те, кто здесь остались, потому что они не могут пойти ни вперед, потому что, ну, явная смерть, и назад не могут пойти, потому что или дезертир, или тоже расстрел, я не знаю. И вот они как бараны, ни назад, ни вперед, ни назад, ни вперед. А мы были просто мясо. Ну, это лично мое мнение, мясо. Спасибо.